Конвекторы Балю – один из самых современных энергоэффективных способов обогреть свое жилище, либо догреть свою квартиру в случае, если на улице сильные морозы, а штатная система отопления с этим не справляется. На сегодняшний день конвекторы являются одним из наиболее простых и удобных способов обогрева. Заставляют циркулировать воздух в помещении, они выравнивают в нем температуру и, соответственно, справляются с этим гораздо быстрее и эффективнее, а главное, абсолютно бесшумно по сравнению со всеми остальными нагревательными элементами. Сердцем любого конвектора будет являться нагревательный элемент. Во всех конвекторах Балю используется именно монолитная система нагрева, которая обладает минимальной инерцией, то есть мгновенно разогревается, выходит на заданную температуру и начинает обогревать помещение. Данный нагревательный элемент – это, скажем так, вершина развития данного вида нагревателей. Называется она хеджхог, так называемый турбоёж, за счет того, что ее внутренняя структура в среднем на 30-40% больше по площади, чем любой аналогичный нагревательный элемент. Соответственно, быстрее нагревается, больше отдает тепла в помещении, быстрее его нагревает. Ну и, соответственно, вершина развития внутри самих конвекторов – это серия трансформер с электронными блоками управления и инверторным способом контроля температуры. То есть блок не просто включает-выключает нагревательный элемент, контролируя на датчике температуры, а точно подстраивает мощность нагревателя к тому, какая тепловая нагрузка на данный момент происходит. Собственно, а вершиной развития самих конвекторов является серия трансформеров. Электронный блок управления плюс инверторный способ управления нагревом. Прибор не просто включает и выключает нагревательный элемент, реагируя на датчики температуры, но и автоматически регулирует мощность нагревательного элемента в зависимости от тепловой нагрузки в помещении. Соответственно, чем холоднее на улице, тем больше мощность нагревателя. И наоборот, если вышло солнышко, температура на улице стала больше, нагревательный элемент снижает нагрев и тем самым сохраняет на том же уровне заданную температуру. Это снижает нагрузку на электросеть, экономит электроэнергию в среднем на 30-50% в годовом исчислении, что, соответственно, приводит к большей эффективности работы, а сам нагревательный элемент основную массу времени работает на минимальной мощности и может проработать до 30 лет без замены, соответственно, имеет максимально возможный ресурс работы. Данная серия трансформер – это действительно трансформер еще и потому, что пользователь сам может выбрать, каким блоком управления он будет управлять своим конвектором. Собственно, конвектор поставляется без блока, и уже пользователь решает, если это установка на даче, где ничего не требуется, нужно просто включить или выключить. Это обычный, недорогой механический блок управления, который вставляется на тело прибора. Если же человек понимает, что электронный блок сэкономит ему в среднем 15-20% в год в процессе эксплуатации, он может поставить классический электронный блок управления. И, соответственно, самый эффективный и надежный способ управлять – это инверторный блок, который, помимо того, что он инверторный и максимально эффективный, еще имеет возможность подключения различных дополнительных модулей. Это так называемый умный глаз, то есть датчик, который реагирует на присутствие человека в помещении и либо включает конвектор на максимальную производительность и заданную температуру, либо снижает ее, переводит конвектор в энергосберегающий режим. Либо он заменяется на Wi-Fi модуль, который стоит как раз сейчас в этом приборе, и мы получаем возможность дистанционного управления прибором как дома, так и вне его. То есть, находясь в офисе, находясь на работе, мы всегда можем проконтролировать температуру у себя дома в помещении, включить, выключить прибор, проверить, что там с ним происходит. И опять это страхует нас от выключения электроэнергии. Любой другой прибор с электронным блоком управления после отключения электропитания либо просто включится, либо перейдет в тот режим, который он последний заполнил. Если прибор работал по таймеру, и, соответственно, у него были заданные промежутки включения, после отключения электроэнергии таймер обнуляется. В данном случае прибор свяжется с сервером, на котором хранятся все настройки, заберет их оттуда и включится именно так, как вы его запрограммировали.